Против актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта». Ему грозит до 3 лет тюрьмы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке. Руденко был задержан вечером в среду. В 10 часов вечера машину, в которой он ехал на пассажирском сидении, остановили на улице Антонова-Овсеенко. Актер сильно занервничал, чем привлек внимание сотрудников полиции, которые стали интересоваться, не везет ли чего запрещенного Руденко. Позднее выяснилось, что артист приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона. Актер рассказал, что пакетик нашел на улице, принял за отраву для собак, а дальше ему рассказали, что это на самом деле. Избавляться от него он не стал, но и продавать меф он также не собирался. Зачем он примотал пакетик к причинному месту, артист рассказать не смог. Ранее он не попадал в подобные скандалы, а потому Руденко отпустили под обязательство о явке. Мама Анатолия защитила его. У него безупречная репутация, заверила Любовь Руденко. Актриса сериалов отметила, что никогда не видела сына даже пьяным, а о наркотиках вообще речи идти не может. Женщина считает, что Анатолия мог кто-то подставить.